Готов! Хорошо, продолжай. Еще один дух. Ну уже, я не кусаюсь. Ты мертв? Какая наблюдательность и безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Исчез! Идем. Ни к чему отвлекаться. Еще одна для коллекции.
Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Сын, сюда. Слушаюсь. Квейкья. Все. Невероятно. Вы оба живы? Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо.
Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем.
что-то есть. Как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл. Что-то внизу. Скажи.
Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Нужно найти еще несколько таких. Сын. Слушаюсь. Это еще одна карта. Если есть хоть один шанс, неужели ты не хочешь увидеть маму? Конечно, я. Ее уже нет, Атрей. Смирись с этим. Я знаю, но увидеть бы ее еще разок. Почему ты ему веришь? Ты не знаешь его, не знаешь, кем он был. Дурное это дело. Он хочет снова увидеть ту, которую любил. Я могу это понять. Мне кажется, тут нет ничего дурного. Надежда притупляет чутье, сын. Можно причалить здесь.
сдался! Может быть... Иди в оба, сын! Я вижу что-то внизу.
можно причалить здесь. Приготовься! Берегись, отец! Атрей, за мной!